Евангелие Матфея, глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа и сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она сказала ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтоб Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним».